Да, вот такое у нас озеро Утиное, во что оно превратилось? В помойку. Прям настоящую помойку. Прошлым летом хотя бы чище было, как он без этого мусора. А сейчас вообще. Зато мой оно обмелело как-то, что ли. Непонятно. Зато мостик есть. В общем, короче говоря, из этого Утиного озера помойное озеро получилось. Обидно, конечно. Потому что сюда тоже много людей приходят. Здесь город рядом. И было бы очень хорошо, если бы здесь бы почистили бы и благоустроили что-нибудь здесь. Потому что здесь, по сути дела, шикарное место. Здесь рядом церковь, карусель. Место прям шикарнейшее. Но как оно превратилось в такую помойку, это вообще ужас. Все высыхает озеро. Обмелеет. Скоро, наверное, его вообще не будет. Поэтому, наверное, и не занимаются его благоустройством. Потому что, наверное, скоро оно все исчезнет. О, конечно, очень жалко, что исчезает такое озеро. Очень жалко. Поплыл. Как всегда, взяли хлеба. А куда поплыл? Нет. А никого нету, да. У нас тихо, большая тихо, утка. О, это ужас, короче говоря. Что такое? Да кому ты кидаешь-то? Нету. Хотя, может, рыба какая-нибудь есть. Да какая тут рыба? Лягушки. Даже же, кстати, и болотом не пахнет. Вообще ничем не пахнет. Водой даже не пахнет. Блин, так жалко вот это вот. Ой, кошмар. На самом деле. Пусть рыбки едят, лягушки едят. В прошлом году были, с такой радостью кормили уток. Да и те года, дальние тоже хорошие ходили. И было хорошо, а сейчас прям вообще и грязища, и бревен. И чего только нету. Ой, ребята. Грязища просто. Ой, ребята, Это что-то с чем-то. Да уж. Бедное наше Утиное озеро. И уточки бедненькие. И как бедные они уточки. Как они вообще уплавают. Да. Кошмар. Прожить они не смогут. Вон даже дерево не могут нормально срубить, чтобы обрубить, чтобы оно упало. Наконец-то. Чтобы она ни на кого не шлюпнулась, да? Да, и... Бедные уточки, как вы в такое грязище купаетесь, а? Ой. Вообще. Нет, это надо спасать озеро. Потому что озеро вообще превращается вообще в нечто что-то. Кошмар. Надо, наверное, деньги сдавать, чтобы уборщики или чтобы что-то делали. Это государство должно делать, а не уборщики. Тракторы присылать сюда. По сути, здесь вот, смотрите, прям птички задыхаются от этой грязи. На самом деле это... Оно обмелело. В прошлом году оно было прям вообще шикарное. В этом году вообще никто не занимается им. Безобразие. Здесь природа хорошая. Ну да, вот эти вот деревья можно еще убрать, чтобы не свалились в плохую погоду. Да, опять же в это озеро. Вон дерево, вон дерево, вон дерево. Они упадут и все. И будет вот такая вот опять грязище. И всплеск будет, и вся вода, блин. Уточки.